За установку электрозаправок взялась Барнаульская горэлектросеть. Точки тока, так называются заправки для электрокаров, появятся в 2022 году по всему Алтайскому краю. К слову, любителей электрокаров в Барнауле становится все больше. Один из них — Денис Тарасенко. С подобным видом машины познакомился благодаря другу, взяв на месяц электротранспорт на пробу. Понял, что это удобно и выгодно. Позже приобрел уже свой электрокар, но возникли неудобства с зарядом авто. Одна станция за городом на 250 машин. Как результат, двухчасовые очереди. Заряжаю дома, живу в частном доме, то есть провел провод, заряжаю дома. Заряжается, если полный заряд, то это часов 6. Супер, что в центре города сделали, теперь не нужно бояться, не нужно следить за зарядом, можно приезжать, заряжаться, очень удобно. Для заправки нужен лишь телефон. С его помощью вы сканируете QR-код, скачаете приложение и уже в нем выберите нужную для вас зарядку. Мощность оборудования станции составляет 60 кВт. Это позволит полностью зарядить электрокар в среднем за 40 минут. Стоит отметить, что стоимость 1 кВт 15 рублей. И важно, что город готов к подобным станциям. Сразу могу заверить, что никаких вопросов нету. У нас в городе Барнауле резерва по мощности, ну, во всех районах города, то есть довольно много. Вот, поэтому с этим проблем никаких не возникнет. Борьба идет за экологию, особенно это актуально для городов крупных. Ну, Барнаул, может, не такой крупный, но тем не менее. У нас количество машин растет, ну, очень быстро. Сегодня на электроавтомобиле без подзарядки можно проехать в среднем от 150 до 500 километров, в зависимости от мощности машины. По прогнозу сотрудников горэлектросети, через 10 лет доля электромашин в структуре всего транспорта составит около 30%. Мы проводили сравнительный анализ, то есть получается где-то в 5 раз дешевле, чем на бензине заправляться. Да? Плюс у электроавтомобиля отсутствует двигатель внутреннего сгорания, соответственно, отсутствует необходимость в периодической замене масла. Отсюда следует, электрокар иметь выгодно, еще и полезно с экологической точки зрения. В следующем году станции точки тока появятся еще в 32 местах Барнаула. Их установят рядом с крупными торговыми центрами города, а также на территории заправок. Также 16 подобных станций планируют смонтировать вдоль федеральных трасс. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.